Вот у меня два открытые. Нет, мне очень жалко. Да сейчас мы поедем уже на маму. Ну, короче, с дочкой на набережной в центре. Полчаса или 15 минут. Посмотрим. Стоит. Я устала, она постоянно что-то хочет. Она хочет машинки. Я не хочу. Короче, Саша меня сбит. Где она? Где-то там стоит. Просто нервы мои уничтожает. Ой. Короче, счастье это какое просто. Кроп снова открыт. Вот. У меня денег, правда, нет, что-то покупать. Но он открыт этот. Я так рада, я так счастлива. Ой. Хоть можно будет что-то купить из шматья. А то негде было что-то покупать, серьезно. Ты все покупаешь только в Кропе. Все ты покупаешь в Кропе. Все, какую одежду ты носишь, все это из Кропа, да? Вот, нет, сейчас у меня Эльдар приятный мерч. А, штанишки вообще из под секонд-хенда, потому что я вот только их купила. Не секонд-хенд, ну там, я не знаю, ценопад. Ну, это, наверное, все старые пока что коллекции. Новые потом привезут. Стич! Да, отлично, чудно. Просто прекрасно. 2000, подумаешь, всего лишь какая-то майка с анимешками. Все, ладно, пойдем, Саш, не сейчас. Мне сейчас нету денежек. Не есть денежки, только на алкоголь. Сегодня пока что. Коромысли. Пошли. Вот видишь, что где Бриджизели. А там что где? Это у меня хороший день. Начнем с этого. Думали, мы упадем. Но мы что-то там делали, плакали. Угу. Тут Саша ходит в туалет, а я жду. Накидался, не знаю точно, не я, люди там накидались, короче, в зале ебанутые, блять, вообще. А сейчас я тут до сих пор в Сицилии, я бухаю с ребенком, он там где-то с левыми людьми, с женщинами играет в прятки, не знаю этих людей вообще, ну я тут вейп курю. Очень охуенная мама. Просто... Оп-стоп. Блять, какие же красивые, чтобы не запикивать ногти. Просто шикарные. Дорогие, понимаете, дорогие ногти. Вот сколько они будут стоить? Да очень много. А я их сделала себе сама за 600 рублей. Все, что я купила. И всего лишь 7 часов работы, подумаешь? Я самая лучшая мать на свете. Кто самая лучшая мамочка на свете? Мама. Какая? Маша. Маша. Окей. Пошли, наш автобус. Нам нужно кошке корм. Алло. Let's go. 12 часов ночи. Let's go. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот мама.
мальчики, девочки дорого. Только один стенд, а где остальное? Давай возьмем уже в этом стенде ягодерный балет. Ой, что происходит? Господи, дожила прекрасного дня, когда ребенок бухой меня водит. Куда нужно? Что? Электрический самокат. Иди, иди, никакой электрический самокат. Не бывает такого. Уже почти 12 ночи, и знаешь, почему ты не спишь? Потому что мамочка хорошая. Все на этом сказано. Пока. Папа нашел во дворе черепашку. Что? Да я с черепахой говорю. Надо ее будет отнести к речке. Откуда у нас во дворе черепаха может быть? И тут черепашка. Где ты ее взяла, Саша? Дедушка нашел. Ходит она, ходит, ходит она. А что мы тут делаем, извиняюсь? А почему вы ходите без сопровождения? Вы с кем здесь? Отвечайте на вопрос. То есть вы уходите от разговора, правильно понималось? Я вас правильно понимаю? Отвечайте мне быстрее! Не, ну все понятно. Не, ну все ясно с вами. Только под кровать, пожалуйста, не заползайте. Ладно, хорошо? Да? Ну вот ее положим ее возле это. Ну здесь положим, а она так сделает. И плюхнется, давай. Иди сюда. Все, ты свободная. Давай, иди. Сейчас пойдет, она пойдет сейчас. Ой, смотри, бежит. Ой, я так счастлива, я так рада. Бульк. И поплыла, поплыла. Пока. Мама, мы правильно сделали. Мы правильно сделали. Если вы нашли черепах, и даже если кто-то вам понравился, все равно не оставляйте их дома. Делайте как нас, опускайте их, да, мама? Угу. Опускайте их. Отпускайте на свободу. Да, пойдем.